обученных, 3 свидетельства подготовки перехода в контрактной системе. Кенни, я дам контактные телефоны, и мы с вами в закупке. Разработка регламента утверждены и всем в электронном виде спущены. С 1 января 2015 года мы с вами, как государственные заказчики, переходим в контрактную систему под 44-й федеральный закон и унитарное предприятие под 223-й федеральный закон. Вы должны назначить ответственных лиц, которые будут входить в контрактную службу. Руководитель управления, департамента, отдела назначает ответственных по контрактной службе.